всем доброе утро. Вот я сейчас прям с самого утра сходил в магазин и сейчас покажу, что купил. Сделал такой небольшой обзор покупок. Вот, я сходил до нашего магазина, так сейчас я вас поставлю вот сюда, наверное. И свет, наверное, вот так вот больше. Сходил я до нашего магазина, который у нас находится через дорогу, потому что я что-то подумал, что ну, сейчас далеко куда-то идти не хочется, потому что мне вечером еще на тренировку идти. И поэтому я подумал, что схожу до нашего магазина и там куплю. Нам предстоит немного надо. В общем-то, купил я хлеба. Дальше. У нас сегодня, кстати, достаточно, прохладно, но не холодно, а прохладно. Я одел свой пуховик, надел. Так, что это у нас? Ведро цыпленка бойлера, здесь где-то 4 штуки. Вот, тоже готовить на вечер. Купил ветчину из свинины, село зеленое. Творог в упаковочку. Это чай самый обычный, черный. Был. И здесь у меня просто огромная упаковка Геркулеса. Вот. Ну, в принципе, все. Вот такие вот у меня покупки-то и получились. Ничего такого особо значимого нет. Но все нужное. Вот, например, Геркулес. У нас закончился. Почему утром пошел? Потому что закончился Геркулес на завтрак. Вот. И поэтому решил купить творог, я купил для собачек наших, потому что у них корм закончился, и сегодня вроде как мы на сегодня заказали его, сегодня привезут, но чтобы днем их покормить, тоже купил творог. Вот, ну, в принципе, да, вот так вот это на вечер готовить. Ну, вот. А погода у нас вот какая, смотрите, видите, как немножко так все припорошилось снегом, сегодня дует ветерок. Ну, если бы ветра не было, было бы тепло, но так ветер дует, поэтому на улице не особо приятно. Я поэтому, в принципе, я одел свой пуховик, думаю, надену, да и все. Вот. Здесь у нас Григорий. У Григория сегодня такое нет настроения, да, Гриша? У Гриши, когда всегда погода не очень за окном, когда пасмурно, у Гриши нет настроения. Он сидит весь нахохленный, недовольный. Ну, Гриша, вообще настроения нет с этой погодой, скажи. Вот, ладно, все, я сейчас, наверное, буду варить хатику. Да, хотя время, что у нас, 11:30, ну да, я буду варить, наверное, хатик, а потом сам покушаю, да, поработаю. Еще, кстати, покажу вам сразу же ту ленту, которая нам пришла. Я про нее говорил в прошлом ролике, в прошлом влоге. Вот такая вот лента липучая, это мы специально заказали для этой, для светодиодной ленты. Сейчас я вас поставлю. Откроем. Вот так вот она выглядит. Я полностью открывать не буду. Она получается двухсторонняя, липучая. Не знаю, сколько стоила, я мама покупала. И так вот, она вроде как многоразовая. Типа ее помоешь, и она снова лепится. Так, сейчас чихну. Нет, не чихну. Тоже такая лента пришла, вчера забрали. И сегодня, наверное, с вами наклеим сразу же вот эту вот ленту, которая здесь торчит некрасиво по контуру кухонного гарнитура. И будет сразу же получше. Надеюсь, она выдержит эта штука, и сразу же вот будет все хорошо и красиво. А то вот эта вот торчащая штука у меня прям 10. Если видите, мы летели на тоже двухсторонний, на обычный скотч. Обычный скотч помогает, но на время, и точно так же двухсторонний. Вот, двухсторонний вообще как-то быстро, кстати, отлепился. Вот, так что на какой-то клей садить это все я не хочу, чтобы не испортить кухонный гарнитур, не с кухонного гарнитура. Вот. Так, ну все, готовим хатику. Кстати, вот кому интересно, куда у нас уходит столько овсянки, столько геркулеса, потому что я, наверное, каждый раз, когда иду в магазин, покупаю Геркулес. Вот, обычно я покупаю такие небольшие пачки. Вот в этот раз огромную купил, потому что у нас она через дорогу, который магазин, у нас там он дешевле, в принципе. И выходит достаточно экономичнее, чем в обычном магазине. Не знаю, это меня видно, вообще нет. Надеюсь, да. Вот, считайте, через 2 дня примерно,
на 2-3 раза я варю хате, у кого есть геркулес. Примерно на хате у меня уходит упаковка маленького геркулеса. Я не знаю, сколько на грамм, не помню. Вот, на него упаковка геркулеса. Гриша Янышаев, корм, тоже геркулес, чтобы балансировать. И такой обычный корм, и геркулес. Вот. И также у нас Гриша, кстати, кашу любит тоже. Он каждое утро, если с нами, ест кашу. Вот. И также утром, по утрам мы обычно завтракаем кашами. Вот. И я люблю кашу на молоке. И поэтому геркулес ходит у нас очень быстро. Мы просто покупаем. Вот. В принципе, вот так вот. А я тут достал кастрюльку. Кстати, для хати вот такая вот кастрюлька. Так что если вы когда-то увидите в моих влогах вот эту вот некрасивую кастрюльку, знайте, что это я в ней просто варю хатику и все. Вот, посудомойки — это вроде алюминия, алюминиевая, нельзя посудомойки мыть, поэтому я, в принципе, не заморачиваюсь, отварил, так, чисто помыл сфере, все чистенько убрано, и ладно, вот. А вот это вот все, мне просто неохота сильно как-то отшаркиваться и запариваться над этим, потому что это, как бы, мы в этом не готовим, поэтому какая разница, правильно? Вот эти вот у меня кастрюльки все чистые, и ладно, вот эти все кастрюльки, в которых мы готовим, они все блестящие, красивенькие, как новенькие, вот. И, в принципе, мне этого хватает. Кстати, в этом шкафчике тоже надо навести порядок, вон там я вижу сзади кастрюля еще, которая самая огромная, тоже алюминиевая, от заготовок у нас там еще стоит, так что ее надо будет убрать. Вот сюда, вниз ее туда дальше убираю, а здесь у меня с краешку стоят сковородки. Блин, я вам хотел снять, как Гриша кушает капусту, но как только увидел, что я включил камеру, сразу же выкинул капусту, и все, в общем. У Гриши-то появилось настроение, да, Гриша? Вот тут только что сидел, нажевывал капусту, вон эти остатки капусты, ты свалился. Ну, кушал, а как только я включил, сразу же, ой, все, выкинул. Да, Гриша? Так, ребята, я решил сделать сырники. Здесь у меня творог, остатки уже, мука, примерно 1,5 столовые ложки, одно яйцо, соль, щепотка сахара, где-то 1,5 чайной ложки и ложка сиропа топинамбура. Вот все это дело сейчас смешиваем. Здесь подготовил муку, чтобы немножко обвалять сырники в муке. И отправим это все дело на сковородку. Ребят, смотрите, какие у меня получились идеальные сырники. Просто замечательно. Сейчас достанем с вами. Посмотрим на них. Так, поставлю. Вот так вот. Получилось немножко, творога было немного. Вот такая вот красота. Они, кстати, получились такие, знаете, немножко большие, потому что они расползлись в процессе готовки, так как творог был мягкий. У нас оставался творог другой, и он такой мягкий, как масса, и был, и поэтому муки много я не добавлял, и поэтому они получились такими какими-то большими оладушками. Всем привет! Сегодня у нас уже второй день моего влога. Вчера влог не заканчивал, мне было вечером некогда. Надо было заняться учебой, вот. И поэтому сегодня закончил. На часах у нас 3:30. И я сходил до светофора, купил немножко продуктов. Сейчас покажу, что здесь у нас. Купил вот такую вот рыбку. Это у нас форель радужная. Такая вот она красивенькая. Сегодня приготовим. Дальше. Да, такую большую упаковку печенья. Тут ассорти какое-то. Вроде бы с яблочной начинкой, с вишневой, еще с какой-то, не знаю. Вот. Так, затем молоко. Сгущенное молоко. Дальше сырник. Творог. Хочу сегодня сейчас сделать еще сырников, потому что мне понравились вчерашние сырники. Хочу еще. Вот. Дальше. Удобрение вот такое вот. Агрикола. Для комнатных цветов у нас как раз наша закончилась, у нас было такое же. И я увидел там, продается, оно стоит 54 рубля.
Вот, дальше краповые палочки, ну, типа как крабовое мясо. Масло. Масло, кстати, светофоре хорошее. И здесь у меня получается 3 мороженки. Вот такие вот мороженки, кстати, там продаются в светофоре, и стоят они 27 рублей. Вот, очень классно, кстати, вот этот вот код сверху, QR, он не читается. О, не знаю, почему. Вот, но я что-то решил в прошлый раз проверить, думаю, интересно посмотреть, что там. А там ничего не было, я покрутил его, но так ничего и не прочитал. Вот, ну, короче, вот такая вот у меня небольшая закупка получилась. Вот, ну все, сейчас буду делать сырники опять. Так, ребята, хожу я тут уже, потом зажимаю волос. На голове у меня непонятно что, я только что недавно помылся волосы. Высохли, хожу, сейчас собираюсь на тренировку. А, сейчас еще время что-то 5-10 примерно. Вот, на тренировку меня папа отвезет, и скоро он как раз выйдет и отвезет меня к 6. Вот, я пока хорошо собираюсь, у нас на улице. Смотрите, сколько снега выпало. Опа, все заснежено. Наверное, сегодня ночью или завтра у нас будет много снега. Вот, потому что передавали, что в Челябинске вроде у них там какой-то снегопад был сильный. И мне кажется, это потом все кажется у нас. Вот, сегодня по новостям передавали, что ночью было, и мне кажется, что сегодня ночью будет и у нас. Ну, не знаю, посмотрим, проверим, поживем, увидим, как говорится. Вот. А у меня Марсюша кушает корм. Я, наверное, буду заканчивать ролик. У меня здесь еще постельное сохнет. Надо будет тоже все это снять. Тоже вроде как высохло. Полотенце тоже надо повесить. Оно тоже высохло уже. Со второго этажа. Сейчас, кстати, так рано темнеет. Вообще неудобно. Ничего не успеваешь. Только вроде... Встаешь, тут что-то быстренько поделал, и уже бац, и вечер, и темнотища. Вот, и уже когда, кстати, я хожу на тренировку пешком, уже темно. Вот, жалко, конечно, потому что продуктивность падает, приходится делать все в темное время суток в основном. Вот, ладно, все, буду заканчивать это видео. Всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте подписаться на мой канал, поставить большой палец вверх и написать комментарий. Всем пока-пока.